Жирабас, иди ко мне. Иди сюда, мой маленький. Что? Придурок, куда ты кинул, а? Может, нафиг мне эти жизни-то сейчас нужны. Ой-ой-ой-ой-ой. Действие. Не что-то сделать, что ли? О-о-о-о-о! Тихо, парень. А, всё. Ну ладно. Так, это нам не надо. Пока. Чувачок вылез. Парниша! Да, маркиз, так и есть. Так и слушай, а сейчас сколько таких певиц? Ты чего? Дофига же. Наверное, даже больше. Не, вот это вот Юлия, как ее, Ковы там, или Ахонького, как она, так вроде. Это вообще такое удаляй. Это вот песня, это би-би-би, блин, я помню, это такое дерьмо, блин, приедчивое. Надо, кстати, уже купить что-нибудь. С чем, короче, ходить лучше? С косой или с мечом? Тошка, ну-ка, советуй. Давай, ты у нас специалист по этой игре. Я буду тебя терроризировать. Да я тоже не слежу за этими певицами. Нахрен они нужны-то? Я чё, упоротый, что ли? Конфетными губами ходил? Ну, ребят, эти губы не для вас. О, нифига, прикольно, кстати. Неплохо получилось. И сюда. Меч лучше? А, тогда не буду покупать. Блин, только не ты. Упырь, ну чё тебе-то тут надо? Да ну жесть вообще, он просто... Да нифига, еще догнал. Здорово, Вандалис. Рад тебя видеть. Говнюка. Да пошел ты в жопу. Так. Так, уже два осколка нашли, отлично. Хорошо, хорошо. Все. Подудим.
Я пришел за разрушителем. Братья говорили, что ты придешь. Но меня удерживает сильное проклятие. Я не смогу тебе помочь. Любое проклятие можно снять. Да, наверное. Вокруг нас в мире теней скрываются слуги разрушителя, невидимые другим. Это их кровью мы связаны. Их кровь освободит нас. Я более не могу ходить по миру теней. Я лишён большей части своей силы. Тебе не надо вступать в него. Я дам тебе власть видеть тот проклятый мир на время. Но ради чего все это? Осталась ли у нас хоть малая надежда одолеть разрушителя? Надежда не принесет тебе свободу. Че, блеванул на меня, что ли? Отлично. Найди, где прячутся эти существа из тени, и убей их. Не так уж сложно их найти. Хорошо. Вторую часть чего? Darksiders? Да. Конечно, буду. Но эту пройду сначала. Привет, Дэмиан. Так, битва на скорость. Удалить 40 врагов за отведенное время. Выплачено разве душ. Награду в виде душ. Полагаю, для подобных тебе это не проблема. Ну давай, единичку нажми. Куда вы все расходитесь? Алло. Господи, добейте меня. Ой, блин. Как меня убить? Да не так, не так. Блин, нет больше. О нет, только не он. Ну это жопа, короче. Вот ты ухуверя. Да. Охренеть. Все, жопа, чё. Нет, еще не жопа. О, появились, появились. Только не ко мне. Могу и не хочу.
двигаться сначала сюда. Так, а тут что? Так, нажмите, удерживайте левый shift. Так, понятно. Угу. При помощи воздушных комбо. Я зря нажал. Да блин, чё ты его добил-то? Короче, надо не так делать. Делать не так. Dark Souls, блин, вообще разные игры-то. Прекрасно. Нет, Dark Souls говно. Да. А тут что? Ну, Маркиз, я ради одного раза игру себе покупать не буду, поэтому... Теперь что сделать надо? Так. Маленьких слабых врагов можно убить с одного удара в любой момент. Крупных созданий перед убийством придется оглушить. Воспользуйтесь Е, чтобы убить с одного удара небольшое. Или оглушенное существо. Бить 30 врагов каждого с одного удара за отведенное время. О, офигеть. И как, нам просто надо под них подбегать и я нажимать, да? О, блин, нифига. Я понял, короче. Что, Маркиз? Понятно. Ой-ой-ой. Так, а как их оглушать? Окей. А, блин, точно. Что-то я туплю. Да ёб РСТ. Ну давай. Не так это делается. А. Ну. Ребят, вы упоролись там что? Слушай, ты дерьмо. Больно же, ну.
Ай, блин, разрубил его. Блин, почему 30? Что так много? Тоже птица, иди ты нахрен, а? Больно же, ну. Серьезно. Блин, кто вас, интересно, заразил этой фигней? Вот мне... Реально, на каком стриме это говно было? Блин, стопудово у Игоря какого-нибудь. Д'Артаньян. Мне кажется, у меня проблемы, притом большие. Блин. Кронос, привет. Да Кронос, не говори, блин, они у меня уже достали этой фигней. Просто. Ты хоть только зашел, это увидел. Они мне еще в комментариях, блин, это понаписали. Вообще. Я поражаюсь. Мне чтобы что-нибудь нормально. Нет. О боже, маркиз. Не, я не из этих. Да, Кронос, не надо. Даже у меня, видишь, 18+ не стоит. Ничего я с ними сделать не могу. Маркиз, у тебя все хорошо? В смысле, я завел? Он не постоянный зритель, Да, ё-моё, вали. Так вот. Я-то не мучаюсь, мне все равно, что там пишут. Ну, вот в этом плане. Так,
Я с ним бухаю по пятницам, вот в смысле? Мне понравилось. Можешь повторить? По пятницам я как раз с вами бухаю, так что. Так, ну чё, последний остался. Ну с ними, да. Маркиз, да, сильная теория, окей. Про второй Darksiders уже спрашивали? Да, спрашивали, и он будет. Теперь сделать надо. Отравленные. Одолейте 50 врагов до того, как болезнь прикончит войну. Класс. Как бы запарил, но... А куда таймер делся? А, таймер же не будет. Я сдохну. Это основной сюжет. Да отстань, ну. Ой, блин, опять здоровую беру. Уперина! Так, чувак. Блин, да не туда ты дуешь, ну. Эти аж разбежались. Понятно. Не, видишь, я-то первый раз играю. Е-е-е.
Отлично. Блокирующий контрудар. Так. Угу. Так. Точно перед моментом удара левый альт. Прекрасно! Прелестно. Не знаю. Вот. Блин, а сейчас сохраниться надо. Так. Данные сохранить не берем. Да. Так, сейчас, ребят. Так. Что у нас там? Господи, ребят, да вы упоролись. Вы что с моими комментариями сделали? Триндец просто. Ужас. Кажется, это последний. Надо выбираться отсюда. Надо бы. Да я уже посмотрел картинку. Так, меч. Так, рубящий удар с полукругом. Во, вот это вот комбо меча надо брать. Так, пила. Во, вот это, кстати, тоже прикольная тема. Это возьмем. Равна твоей силе. Комбо меча возьмем. Так. Вор, рывок в воздухе. Вот это вот интересно. Сильный круговой. Так, вот это возьмем. Ну все, пока. Хватит. Каменная кожа. Ой, тихо-тихо, нет, продать же надо. Броню ворона. Как это сделать? Я тоже хожу. Так, ладно, пока не будем тратить. К этому. Сохранение. Серьезно? Так все просто. Так. Че там все скидываешь, Маркиз? Так. Главное, чтобы сейчас.
Ну, это самое, игра не вылетела. Да, Маркис, у тебя определенно какие-то да, проблемы. Не знаю. Так. Я хотел посмотреть. Ага. Все, посмотрел. О, да ладно, вход с Сильвана добавляют. Круто. Топали. Алло. Так. Что, канализация? А, поправочка броня из бездны. Нужно собрать все осколки и артефакты. Охренеть. Дэн, ты посмотри, что они в комментариях понаписали лучше. Только обнови сначала страницу. Новую. Это вообще жесть. Здорово, Soulmine. Слушай, ну хоть ты не начинай, я прошу, ну хоть ты будь адекватным, а? Сол, давай, я в тебя верю. Ты вчера такой няша был. Поглядела? Можешь что-нибудь написать, только другое. Можешь разбавить их в вечеринку. Ты два раза написал? Маркиз, ты реально такой ты. Упоротый. Блин, кто вас этому научил, мне интересно? О, подождите. В смысле подзапарил? Почему? Откуда такое умозаключение? Что-то мне уже второй человек пишет. Ты и Мини, короче. Спрашивайте меня, блин, не подзапарил ли... Не подзапарили ли вы меня? Нет, да. Вы меня, правильно. Вообще нет, как бы. Чего вдруг? Куда тебя в багажнике увезут, Эн? Удалить свой коммент нельзя, да. Ты гений. Здрасте. Ты можешь написать модераторам, они могут удалить камеру. Я не знаю кому. Когда эти фигни не занимался. Давай, Маркиз. Мини вернулась.
Куда уж босяк-то будет? Алло. И Темпест пришла. Блин! Ну и дебила. Надо вообще передышку сделать, ребят. Я вот что придумал. Так. Сейчас я ненадолго выключу вебку. Давайте немного музыку послушаем. Сейчас вернусь скоро. Какая совесть? В смысле? Кто это? Зачем? Почему? Да, ребят, скоро вернусь. Ну, Мини, я как бы уже тут 2.5 часа, знаешь, а тебя не было, ну, мне надо передохнуть. Сейчас пойду.
Ну что, друзья, надо продолжать. Потихоньку. Когда пейнкиллер? Может быть, никогда, не знаю. Посмотрим. Так. Блин, офигеть, вы мне, короче, тут наспамили в комментариях. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь. Кстати, Маркиз, ты один раз написал в комментариях. У меня отображается один раз. Пикус удалил. Понятно. Пикус, слушай, а ты можешь все остальные удалить, а? Ну такая хрень. Хотя ладно, пофиг. Эш в топ игры не нужны, а игры при чем? Че стрим? Или ты к чему это? Сейчас, ребят, я покурю и продолжим. Да нет, он не стрим. Соло, во сколько ты хочешь по болтушке-то устраивать? И почему именно крекер должен быть? Он тебя не слышит. Почему? Я понял, что Пикус не слышит. А, ты завтра весь день на работе. Ты хочешь, чтобы мы тебя развлекали на стриме? Понятно. Погоди, а ты сегодня чего, опять в бар в какой-то ходил? После этого на работу попёрся? Кто возмущался про состав чатика? Не помню. Пику занят, он убивает зомби. Понятно. А, вы в это говно играете? В эпидемик? О, боже. Ужас какой. О, Адр вернулся. Так, ладно, ребят, давайте продолжать. То еще ночь в самом разгаре. Так вот. Ютуб прекрати. Да блин. Господи ты, боже мой. Говорю, прекрати. Вот. Все. Весь мир против меня, ну что такое? Так. Включаем. Так. Да. Все. Замечательно. Хотя логика странная. А, во что я не играю, то говно. В смысле? Нет, просто эпидемик говно. Я в него играл. У меня он даже есть. У меня даже 4 ключа, по-моему, к нему есть. Или 3. Так. Что ж такое? У меня рамочка красивая. Спасибо. Приятно это слышать. Так, ну что, давайте сначала вниз, наверное, сходим, да?
Да, Dead Island, который. Ой, кратко сюжет. Блин, ну короче, я один из всадников апокалипсиса. Меня каким-то макаром не в то время призвали. Ну, началась типа война между адом, раем и людьми. А, там меня типа, ну, меня типа призвали, короче, но призвали только одну, одного всадника. То есть я вот, я война, короче. И мне сказали, типа, какого хрена ты приперся, ты, ну, типа, на стороне демонов, короче. Ты, ну, ты плохой, типа того. Ну, и сейчас я пытаюсь загладить свою вину. Ну, не вину, а, типа, свое имя. Как это? Ну, очистить имя, да. Все такое. Приблизительно так. Чем скромный торговец может тебе помочь? Темпест, а я стримлю. Ну, блин, как бы я не могу с вами играть. Я уже давно сказал, что я не хочу в кого поиграть пока что. Так, каменная кожа. Окей. Блокирующий контур удар. Так. Подождите. Полностью установлено. Так, 5 штук надо офигеть. Так. Левый shift S. Мудрость равна твоей силе. Так, гарпун. Please take your time. Ладно. Мы проходили на стрим Dead Island, который вот второй. Ну, блин, так чисто по фану. То есть, как бы игра ни о чем. Мы чисто, ну, болтали на всякие упоротые темы и все. Ну, в эпидемии, как бы, мы такие подумали, нет, нафиг проходить сегодня не будем. Я вредничаю? Да ладно, брось ты. Я не вредничаю. Все хорошо. Чем мне вредничать-то? На самом деле. Так, зомби. Там жизнь. Что такое? Птицы! Бить всех. Получай. Осколок камня жизни. Найдя 4 осколка, можно собрать камень жизни, который увеличит максимальный запас здоровья войны. Вот так-то. Я так понимаю, вот там вот в конце босс, да? Блин, да что я отпустил-то, блин? Видел 3
всякий раз нажать. Много ли я прошу? Да не, не очень. Иди сюда. Лох. Давай, прыгай. Паразит. Черепа? Какие черепа? Ой, нам было добивать его. Понятно, бладушки. А чё не прошел? Надоело? Да вроде ничего. Не знаю. Там ничего нет. Да. Нет, не надоело, просто начал проходить, дошел до середины, а когда уже на новый комп поставил, дошел до сейв. А, понятно, ты его потерял. Ясно. Закрылся глазик. Что это за звуки, блин? Что это? Я кого-то определенно слышу. А, это глазик такой? Ужасный звук. Чё ты там темпест кидаешь? О боже. Тюлень. Так. Пойдёмте вниз, что делать. Ключ наблюдателя. Понятно. Да, пойдемте наверх.
ангела. Здорово. Сюда. Никого нет. Уловки демонов. Я знаю, что видел. Он прав. Эпидемик говно. Мурил. Что-то есть под завесой скверны этого места. Вы чувствуете? Нечто древнее. Не из града света, но и не из темных глубин. Нечто отринувшее обе стороны. Воины небес, к оружию! Блин, еще и летать. Так, чтобы выстрелить, нажмите. Ага. Чтобы пометить врага как цель. Ага. Я управляю все-таки, да? Боже, какая прекрасная игра. Не, на самом деле мне нравится. Довольно прикольно. Ну, слэшер как-то, ну, забавно. Что это за фигня? Нет! Войны небес! О, да, Мини, ты-то позаботишься. Это точно. Блин, нифига себе. Да попади ты уже, ну. Ой! Сейчас друг с другом будут сражаться, а? Что-то эти ублюдки как-то не умирают нифига. Да я не ругаюсь. С чего вы взяли, что я ругаюсь? Я что-то вот не могу понять. Откуда у вас такие предположения великие? Так, это свой, да, был?
О, демон. Ой-ой-ой. Блин, похилил бы кто. Нифига не вижу, где. Ох, блин, ничего себе. Меня достал, ну. Ну да, крылья прикольные. Птичку. Да откуда у вас столько, а? А, во как надо, блин. Изи. Просто изи. Здорово, Альфа. Да, я симулятор не говори. Все, не могу больше Тиамат. Похоже, она не ждала гостей. Угу. Чё, лети сюда, птица. Смотрим карту. Спорить надо. Кто? О. А, тут только это. Ясно. Yeah.
Ну. Второго Макса Пейна, так надо первого тогда еще проходить. Че сразу второго? Мне кажется, что вот с этим мечом надо что-то сделать. Ну-ка, дятел. Не люблю церкви. Давай отбросим священный трепет и поскорее выпотрошим Тиамат. Второй меч найти? А зачем мне второй меч? Ну, как бы, по идее, он должен там быть здесь. А, я знаю, что сделать-то надо, господи. Изи. Не, Маркиз, хреновый вопрос. Белка играет магику. И что? Что мне теперь? Повеситься, что ли? Она играет магику. Пускай играет. Давай, Маркиз. Кофе — это хорошо. Я злой? Да почему я злой-то, господи? Я не понимаю, откуда у вас такие выводы? Точнее, у тебя. Ты одна говоришь, что я злой. А, ну еще Темпес там что-то непонятное говорил. Зови Пикусу, играй тоже. Я не хочу я играть в магику. Так, ага. Не, Маркиз, давай ты. Ты как раз тоже стример, вот. Во что я готов сыграть с Пикусом? В смысле? А при чем тут Пикус? Я говорю, что я в коопы не хочу играть, хочу играть один. Пока что. И все. Ну, блин, я тоже не популярный Маркиз, так что. Не ты один такой. Меня смотрит 15 человек, какой я популярный. Шестнадцать, вау! Так, пожиратель хаоса стал сильнее. Всю жизнь мечтал. Почему Соул семью развалит? Какую семью? Соул, ты какую семью разваливаешь?
16 верных зрителей, ну это да. Так, окей. Вишневую? Вашу смени, по ее мнению. Не знаю, что ты ее разваливаешь? У нас семья? Да? Да, Фокс, здорово. Так, вы можете взять и метнуть эту бомбу у врага или какой-либо объект, после чего она взорвется. Ударьте по ней, чтобы вызвать немедленный взрыв. Идиот. Так получилось. Шуток не понимаем, какие. Кто шутил? Что? Вот Соло, вот это вот да, это ты молодец. Это хорошо. В смысле? Мини, что с тобой такое? Ты что там, с Пикусом и с Темпестом переиграла, что ли? Что случилось-то? Чем там тебе уже наговорили? Что ты? Начинаешь, не знаю, говорить, что я там что-то делаю, что я злой. Чего вдруг? Открывает детальную карту местоположения. Нажмите его, чтобы... Здорово, Фикси, рад тебя видеть. Привет, привет. Так, ну и чего? О, да ладно, прикольно, смотрите как. Статистика, советы. Так. А. Выше, ниже, ни хрена себе. Ну чего вы на фиксера-то напали? Ну начинается тоже. Война принца Персина? Ну блин, потому что это слэшер. Как-то логично. Мне Remember Me тоже сначала напомнил. Принца Перси. Господи, а так вот мечом ее не рубануть, да? Обязательно надо прыгать на нее. Че, мне вниз, что ли? Блин, а если не хочу вниз? Я хочу вот эту штучку забрать. А, подождите, то есть мне на ту сторону как бы и надо, да? Хм. Ну зацепись, пожалуйста. Уверь. Блин, а что тут делать-то тогда? Мне эту хрень сбить надо, как бы. Ладно, пойдемся обратно. Слушайте. Нет, забрать я не могу. Ключ нужен. Что за говно творится?
Пропустил. Неистовство. Прикольно. Так, давай ты вот только запрыгнем. Так. Ну отцепляйся-то, ну. Молодец. Нет! О, фу, слава. Повезло. Ой-ой-ой-ой-ой. Господи, идиот, отпрыгни. Ты можешь спрыгнуть? Он что, тупой? О, конец. Здравствуйте, пацаны. А! И так будет с каждым, кто встанет на моем пути. Yes, нашли. Ура-ура-ура-ура-ура. Что? Что, простите? Что, обратно? Вы серьезно? Блин. Зачем открывать сундук, да? Легче его сломать.
герой. Это сделал, что хотел сделать. Я иду к тебе, демон. А вот и мамочки. Нет. Дядя, ты очень сильный, да? Ну я так и понял, да. Офигеть, он снимает. Да отвали. Да нифига, ни хрена себе. Чувырло, ты чего? Не-не-не. Ну. Кого Вика за дудой смотрит? А, роутер. Еще и московский. Да я знаю, прикинь. Хорроры, да. У меня сейчас на очереди этот самый Dead Space 2. А так мы прошли первый Dead Space, Alien Isolation мы прошли. Еще, по-моему, или все? А, не все, больше ничего. Ну не знаю, первый такой. Поначалу страшный был. Опять свалили, ну что такое? Ой. Будешь драться, да? Почему ты его не взял, скажи? Объясни мне. Ты чё, дурак? Бывает, ладно. Да, для Эши это было страшно, так что... Да... Ты идиот! Ты куда его кидаешь-то? Дебил. Чё-то у него таки... А, вон оно. Вроде получилось. Где я ругался, мини? Где я ругался? Скажи мне, пожалуйста. Ты ничего не сказал. Не надо мне в Steam говорить, может, она может контакт написать. Да гадство, а. Да как ты, блин, я ж подпрыгнул, ну.
ты упырь. Да я не знаю, что я сказал, я не ругался. Так, и чё? Так, только там, да? Тут нет нигде. О, можно эту штуку взять? Нет? Давайте поговорим о музыке. Поговорите. Не, ну я тоже могу поддержать разговор. Ой, блажки, я не помню. Ну, вот Electric Six, да, хорошая группа. Согласен. Мне разная музыка нравится вообще. Совсем разная. О! Хочу туда. Вообще по-хорошему. Тот же солист, понятно. Ясно. Сейчас, ребят. Ой, момент. Один момент. Так. Офигеть, уже почти 4 часа стрима. Жуть. Время летит, офигеть. Понятно. Так, ну вниз нам точно не надо. Стримить? Возможно. Твоя любимая песня? Нет, не знаю. Так, давайте посмотрим как. Есть. О, а эта штука меня сожрет, интересно. Слушайте. Я не хочу подходить. Да что ты лагаешь-то? Да господи, прекрати уже. Почему не может прям в нее кинуть? Скажите мне, пожалуйста. Че, реально упоротый? Что-то у меня вообще башка не соображает. Так. Морж, здорово. Так.
Давай, Владушки, удачи тебе. Спасибо, что зашел. Был рад тебя видеть. Господи, игра, пожалуйста, не лагай. Я понять не могу, что делать. А, может как? Да, ее забросить можно. Да, ребят, Darksiders 2 я буду проходить. Да, заливаю воду на эту. Там все будет. Так, Мини, слушай, иди спать, а. Серьезно. Хватит тебе ахинею писать всякую. Нет, Маркиз, не хочу, спасибо. Да не факт, что я сегодня пройду Бладжки, так что... Ой, блин. Давай, Мини, спокойной ночи. Ой, что такое? Неплохо. Ух ты. Так. Крестовый клинок. Так, прицельтесь, нажав Q, выберите до 5 целей, нажав... Удерживаю левый shift. Да. Так, нажмите, чтобы метнуть. Могу говорить? Так. Не-не-не-не. Подожди, как? Можно просто его метнуть. Понятно. Просто нельзя. Так, ладно, shift. Ну и как? Что-то я не понял. А, вот. Далеко был пусть. А! Почему не... Да господи. Прикольно. Я кого-то обидел? Вы что, совсем что ли? Как я могу кого-то обидеть? Да-да-да, Зена Королева Воинов, точно. Идеальное сравнение. Опа-на. Ой,
блин, ты нажал. Да, нимба над головой у меня нет, согласен. Поэтому все-таки могу. Да, тут ты прав. Но я же этого не делаю. Такими привилегиями я не пользуюсь. Господи, ты умрешь когда-нибудь, человек? Или кто-то там? Я меня не обижал, вы чего? Слушайте, он когда-нибудь умрет? Это уже не серьезно. А я не знаю, чего она агрится, понимаешь? Я не понимаю вообще, что она писала. И к чему это было. Она пришла на стрим и начала говорить, что там я злой, что я охамел, что я ругаюсь и все такое. Хотя я не ругаюсь, потому что у меня даже плашки 18+ не стоит. Я спокоен, у меня хорошее настроение. Сегодня суббота. Все замечательно. Ну, уже можно сказать, что воскресенье, как бы, но... У меня пока сотка. Господи, он умрет когда-нибудь, нет? Короче, у меня зад... О, ну все. Оторвал башку. Видел эту фотку из группы. Какую фотку? Что это за место? Должен признать, люди, это горстка слабаков, умеют удивлять. Кто знает, что за тайны они здесь хранили? Чего еще раз я прослушал? Что это за место? Должен признать, люди, это горстка слабаков, умеют удивлять. Кто знает, что за тайна. Я с другими женщинами играю? Чего? Что? Ребят, вообще... Вы хоть сами понимаете, что вы говорите, нет? Я вот не понимаю, например. Так, мне нужен ключ. И мне определенно вон туда. Нет! Твою мать.
как туда попасть тогда? Сори, куда сольешь? А? В группу ты имеешь? Да нет, в группу не надо заливать, ты мне их лучше в скайп все кинь. Или ВКонтакт, лучше ВКонтакт. А, сюда? Зачем? Посол, не надо. Ты лучше мне их перекинь, а я их потом в группу залью. Так, ладно. А, может, знаете, что надо сделать? Как-то нет. А, вот, смотрите. Нет? А, вижу все. Блин, ну что туда? Перенос энергии. Так. Крестовый клинок может впитывать мистическую энергию поражаемых целей. Нажмите Q, чтобы прицелиться, затем метните клинок в источник энергии при помощи тара-тара-та. Поразив несколько целей, можете перенести их на энергию с источника. Так, сейчас. Я теперь на всякий случай сохраняюсь, потому что, блин, его нафиг. Сейчас, ребятки. Так. Понятно, что ничего не понятно. Так. Мы пришли. Блин. Все ясно.